Акулина мать, Акулина мать собралась помирать. Акулина мать собралась помирать. Акулина мать собралась помирать. Помирить не померла, только время провела. Акулина мать, Акулина мать. Мать, Акулина мать. Отвечать не годится. Сейчас король с принцессой здесь поедут. На всякий случай, вдруг спросят, кто вы, откуда. Говорите, люди князя Карабаса. Хорошо? 3, 4. Люди князя Карабаса. Принцесса Елизавета. Лиза. Можете звать ее просто Лиза. Ваше величество. Столько доброты. Я недостоин. Вы с ума сошли? Ну разве можно отказываться? Ну-ка. Принцесса Елизавета.
Лиза! После поговорим. Путь! Чтобы дождик не накрыл. Указывай нам дорогу. Нет! Подожди, ты что? Наших там всех сожрет людоед. Не извольте беспокоиться, не сожрет. Ваше Величество, а позвольте мне побежать вперед, все приготовить к встрече, а дорогу вам покажет сам князь Карабас. Я? Никого не я. Ну да. Воздухом питаетесь. Да. Ну там, картошечки сварю, травки жую. И сыт. Много ли хорошему человеку нужно? Да, это, конечно, верно. Но также говорят, что вы очень ученый человек и знаменитый волшебник. Будто вам... Да? Да, это больше на правду похоже. Будто вам ничего не стоит превратиться в какого угодно зверя, в предмет, во что угодно, да? Так. Я большой ваш почитатель. И хотел бы поступить к вам в ученики. Фу! Так ведь я, если не ошибаюсь, вы же кот. Ну, положим, что кот. Ха! Так куда же вам тягаться с моей ученостью? У вас же голова треснет. Спят медведи и слоны, дяди спят и тети, люди все спать должны, но не на работе. Нет-то, ваше величество. Пускай сначала поцелуются. Ну да. Счастлив тот, кому достался...